мечта. И сердце вдруг забилось этой мелодии в такт. Жизнь радости в отдаче самых несбыточных снов. Так что все это значит? Может быть, просто любовь. Спасибо, музыка, тебе спасибо. Ты вечной нежности полна и силы. Благодарю за светлый миг, когда мне вдруг открылся целый мир. Твой мир, музыка. Спасибо, мальчик. Добрый вечер, дорогие друзья. Мои знакомые, родные, близкие, любимые мне люди. Я благодарю вас за то, что вы в этот вечер со мной. Ведь сегодня у меня первый сольный концерт с оркестром в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с нами весь вечер сегодня Центральный концертный оркестр МВД России, художественный руководитель, заслуженный артист России, дирижер, полковник Феликс Ароновский. А сейчас позвольте я представлю вам своего друга, коллегу, партнера по сцене, который любезно согласился провести этот концерт. Встречайте, певец, музыкант, композитор, телеведущий Марк Тишман. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад быть сегодня здесь вместе с Катей, вместе с ее коллегами, артистами, вместе с вами, ее зрителями. Мне кажется, что Катя из той редкой категории людей, про которых можно сказать, что они поцелованы кем-то там свыше. И об этом говорит ее талант, ее красота и тот факт, что судьба сводит ее с удивительными людьми. И сейчас прозвучит песня «Загадка женщины». Но знаю одно, я знаю одно, в любви не бывает все просто и гладко, в любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней.
какая-то. Не просто всегда быть изящной и милой, как будто на свете нет пасмурных дней, но стать для кого-то единственной в мире, поверьте, трудней, намного трудней. В любви не бывает все просто и гладко, в любви не решает всего красота. Должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то. Любовь объяснит, к вам нагрянув однажды, все то, что сказать не сумела вам я, и то, что загадка у женщины каждой должна быть своя, и только своя. Любовь Орлова, звезда первой величины, любимица всего Советского Союза, прима ассолюта, как говорят итальянцы. Она служила в театре имени Моссовета. Именно в этом театре служит актриса Екатерина Гусева. Я почему-то уверен, что, услышав эту песню в исполнении Кати, она бы сейчас улыбнулась своей царственной улыбкой. Журчат ручьи. По бульвару мрачно шел прохожий, пели-пели в апрель. Нес прохожий толстый чернокожий многоуважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он, что вся эта весна ни к чему, и песня не нужна никому. А вешняя вода — все концы. Весна идет весне дорогу. Все вокруг чудесно и волшебно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, от чего и почему журчит. Набежал и пробежал по лужам мелкой рябью ветер моторник. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ничего.
Доченька моя, спасибо. Для тех, кто утро будет голосами, кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто обойти готов полсвета, любимых повторяя имена. Три месяца лета, три месяца осень, три месяца зима и вечная весна. Три месяца лета, три месяца осень, три месяца зима и вечная весна. Пускай идут дожди сплошным потоком, пускай в узорах белых стекла окон, пускай сбивают с ног порывы ветра, но если сердцу молодость дана, три месяца лета, три месяца осень, три месяца зима и вечная. А сейчас для вас прозвучит песня, которую я впервые исполнила в кино. И теперь без нее, без этой песни, не обходится ни один мой концерт. Это особенная песня. Когда я ее исполняю, я посвящаю ее своей бабушке Зинаиде Чайковской и своему дедушке Василию Гусеву. Василий служил в Красной армии. Он отправился на Финскую войну. Прошел всю Великую Отечественную, дошел до Берлина. А потом на Японскую войну пошел. И бабушка ждала его 8 лет. А песня называется «Вера и верность». Снег, белый снег ложится на погоны твои, на ресницы. Твой поезд ненадолго задержался у края войны. Ночь, тихая подруга, как с любимым прожить друг без друга? Одолеть разлуку, если мы так друг другу нужны. Я буду тебя ждать, во сне ты придешь опять. Я знаю, что смерти нет, есть только вера.
наши встречи, я их тоже в душе берегу. Там не кричат от боли, погибая за счастье и волю. Кто выжил, тот навеки перед мертвым солдатом в долгу. Их часто видят вместе, но между тем они друг с другом до сих пор на «вы». Но не волнуйтесь, это только на съемочной площадке программы «Романтика романса» на телеканале «Культура». Коллега Екатерины по этому проекту – певец Евгений Кунгуров. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердце трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежились, мы нежились, мы вечная нежность друг друга. Мы нежились. В краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга.
Прекрасная Мэри Поппинс, леди совершенства Екатерина Гусева. Спасибо. То ли в рассвете судьбы, то ли на склоне
влюбленным и нежен, и статен. О, накинь, отвори, поспеши, можно все расточить и растратить. Но любви не отнять у души. Но любви не отнять у души. Отражен или сторван краям свет луны. Это тайна для глаз. Все, что было закрыто для нас, блик рассвета касается лика. Мне спасительны песни твои, и куда б ни вела та калитка, не томи. Темно, да темно, о любви говори, пой,
Спасибо, спасибо, друзья. Народный артист России Максим Дунаевский и Екатерина Гусева. Я очень такой, мне кажется, миссии сегодня. Я стесняюсь даже этого сказать, но я сегодня хочу вам в присутствии зрителей публично признаться в любви. Мы с вами друзья, но тем не менее я тайно в вас влюблен. Осталось только одно. Осталось специально для вас, Катя, чего еще у нас не было, написать сочинение музыкальное. Я думаю, что это будет мюзикл, в который вы сыграете главную роль. Это у нас впереди. А пока, если позволите, я пойду за инструмент. Спасибо, Максим Исаакович. У меня сегодня первый сольный концерт с оркестром в Кремле. И вы со мной. И вы позволили мне прикоснуться к вашей музыке. Музыке на все времена. Спасибо вам большое. Люди, как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает, и снова поет Лоингрин. Ах, этот Максим Дунаевский, Екатерина Гусева. Народный артист России Дмитрий Харатьян.
никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Громы грозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата, непогода, непогода. Ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Дима, мы и в песне вместе, и в кино вместе снимались. Дима, ты для меня эталон, во-первых, вот актерского пения высшей пробы. Ты мой учитель, я у тебя учусь этому. Ты умеешь соединить и харизму свою неповторимую, и голос, и честность какую-то, энергия, все в тебе. Боже, не, сегодня не мой юбилейный концерт, Катя. Сегодня твой сольный концерт. Спасибо тебе огромное за эти слова. Я, ты знаешь, как я тебя люблю. И сейчас я надеюсь, что эта песня, которую мы исполним, она посвящена всем вам. Потому что каждый из вас и из нас тоже. Мы хоть однажды в жизни, но все-таки любили, любим и будем любить. Песня посвящается всем влюбленным. Дороге любви. Жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы и гроза без молний. Так годы скучны, без права любви, и тень на призыв, и листом без молний. Без права любви лететь на призыв и листом безмолвный твой. Увы, не предскажешь беду. Зови, я удар отведу. Пусть голову сам за это отдам. Гадать о цене не по мне, любимая.
возвратясь на север к нам, полны соловьи, полны соловьи, счастливой тоски, счастливой тоски, и весны щедры, возвратясь на север к нам, земля, где так много разлук. Сама повенчает нас вдруг за то, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны, любимая. Большое счастье быть с тобой на одной сцене, исполнять с тобой песни, сниматься в кино. Надеюсь, что и театр нас скоро объединит. Спасибо тебе. Народный артист России Олег Погудин. Любовь
дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смог под дугой колокольчик. Глаза глядели в глаза. Глаза. То море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронья. Две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь. Народный артист России Олег Погудин. Я благодарю тебя, Олег. Это счастье звучать с тобой. Это большая благодарность, что ты позволил мне это сделать. Ты одинок, потому что ты уникален, тебе нет равных. Ты где-то так высоко. И быть с тобой рядом, звучать с тобой в унисон, это большая честь, большая смелость для меня, отвага. Я буду стараться, мне есть к чему стремиться. Слушайтесь в этот чудесный тембр, но главное даже не это. Вы не видите эти прекрасные глаза так близко, как вижу я. Вот когда слышишь такие слова, действительно хочется дальше жить и работать. А когда вот я в зале и смотрю на Катину работу и на работу серьезных больших артистов, понимаешь, почему мы все приходим в театры, в концертные залы и будем приходить, надеюсь, несмотря ни на какие обстоятельства. Катюша, спасибо тебе огромное за то, что я смог с сегодняшним вечером принять участие. Спасибо. Спасибо. Олег Погудин. В этом году исполняется 50 лет легендарной рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос. Суперзвезда». На сцене театра имени Моссовета этот спектакль в постановке Павла Хомского идет уже 30 лет. Вдыхая запах бензина, рычащих мотоциклов, слушая визг клаксонов, находясь в абсолютном плену музыки Уэббера, московская десятиклассница Катя Гусева, думаю, представить себе не могла, что однажды она станет частью этого театра и частью этого спектакля. Сегодня Екатерина Гусева исполняет арию Марии Магдалины.
сказать «прости», как сказать «забудь», но я не знаю, как мне быть, как его любить. За что работы Кати в мюзиклах и удивляют, и восхищают и зрителей, и всех ее коллег. Диапазон. Екатерина Великая в «Графе Орлове» и скромная гувернантка Мария фон Трапп в «Звуках музыки». Катя Татаринова в «Нордосте» и Анна Каренина. Красавица Белль и Мария Магдалина. За роль актрисы кабаре Люси Харрис в спектакле театра имени Моссовета «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Екатерина Гусева была удостоена театральной премии «Чайка». Итак, добро пожаловать в кабаре на сцене Люси Харрис. Ах, только
Отто спела и ушла. Екатерина Гусева, театр танца «Рандеву» под руководством Евгения Малышко. О спектакле «Анна Каренина», который с успехом идет в Московском театре опереты, Катя может говорить бесконечно. И действительно, спектакль уникальный. Роль уникальная. Об этой роли, об этой партии мечтает каждая русская актриса. Вообще, каждая актриса в мире, мне кажется, мечтает сыграть Анну Каренину. Как это делает Катя? Какой спектакль? Если кто-то из вас еще не был, то я рекомендую. И как зритель, и как артист, как мужчина, я не знаю... Это абсолютный восторг во всех смыслах. И мюзикл уникален еще и тем, что это первый мюзикл российский, который был поставлен за рубежом по лицензии категории А. То есть это первый спектакль в жанре мюзикла, который повторяем не мы, а за нами. И тем приятнее мне прямо сейчас пригласить вас в блестящий Петербург. Отрывок из мюзикла «Анна Каренина». Безоглядно на отрез, и все, и взлететь, и взмыть туда, на простор небес, и все забыть, и все забыть, забыть и глаза, и голоса, их речь, этикет, мораль, как отзвук дурного сна, и настежь дверь, и смело. Это мама, Катя. Мне кажется... Мама. Я даже не могу себе представить, какой должна быть мама у такого человека, у такой актрисы, у такой мамы. Мамочка, мое все. Мое счастье, забота, любовь, нежность, терпение, доброта, мудрость, красота. Мамочка, я тебя очень люблю. Я бы хотела сказать огромное спасибо, во-первых, Петру Михайловичу Шабалтаю, который уже более 20 лет руководит государственным Кремлевским дворцом, он является художественным руководителем, директором, дирижер, педагог, который когда-то летом, этим летом подошел ко мне после
концертного выступления и сказал: «Артистка Гусева, у тебя будет здесь сольный концерт. Готовься». Петр Михайлович, уж не знаю, чем я заслужила. Спасибо вам большое. Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то радостью, то болью, за ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу за прошлую и завтрашнюю силу, за то, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину спасибо.
сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания. One and only, единственная и неповторимая Екатерина Гусева. Спасибо. Спасибо. Спасибо.